Приветствую вас, сложилось у меня такое впечатление, что свой вопрос вы задаете не психологам, а эзотерикам. Ведь именно эзотерики могли бы ответить вам на вопрос, поставленный таким образом. То есть эзотерики сказали бы вам, чего вам можно ждать от работы, что вы получите, как бы пойдя на нее и так далее. А психология работает не так. Психология опирается в своем взаимодействии с людьми на научный метод. И если говорить о научном методе, то вы слишком мало информации дали о себе, а также о том, почему вы, например, сомневаетесь в том, идти вам на работу или нет. То есть, вы пишете на новую работу вам идти, и непонятно, почему вы сомневаетесь. Новая работа всегда новые возможности, новые варианты проявить себя, проявить свои какие-то сильные стороны, увидеть новых людей, посмотреть, на что вы способны в новом для себя кругу, в новом для себя амплуа, в новых ситуациях и так далее. Но вы почему-то сомневаетесь. И вот ответ на ваш вопрос, он будет, знаете, каким ответ на ваш вопрос? Будет таким, что а вы попробуйте подумать, что вам вот мешает принять решение самой. А какие обстоятельства, события, может быть, какие-то существенные нюансы и тонкости вашей жизни как бы не дают вам принять соответствующее решение, но вне зависимости от этого очень нужно, чтобы вы определили эту самую проблемную часть ситуации. Потому что пока, не очень понятно, в чем вообще говоря проблема. То есть вы пишете, идти ли вам на новую работу. А вам вообще работать нужно? Вам вообще надо работать? Если вам вообще работа нужна, то что вас останавливает от того, чтобы на нее не идти? Какие препятствия вы в этом видите для себя, хотя бы? Вот, давайте попробуем ответить на этот вопрос, а когда и если вы на него ответить сможете, тогда уже будет более понятно, что же все-таки вам, чем же вам все-таки можно помочь. Потому что пока, вот исходя из того, что вы написали, можно сделать предположение только в том ключе, что вы ошиблись немножечко с категорией своего вопроса и вместо эзотерики задали его в раздел психологии. Но психологи – это не те люди, которые гадают, к сожалению или к счастью. А психологи – это те люди, которые работают напрямую на результат, и вам это очень желательно бы понимать, то есть отделять одно от другого, условно говоря, и тогда будет гораздо понятнее, чем
Мы можем вам помочь. И что вы хотите получить, собственно говоря, от помощи. Потому что пока не очень понятно, как и в чем может помочь вам именно психолог. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.